Организаторы веселых стартов считают, только здоровый образ жизни и культурные мероприятия формируют у подрастающего поколения правовое сознание и законопослушное поведение и вызывают негативное отношение к пагубным привычкам. Поэтому провести своего рода физкультурный флешмоб решено было во всех общеобразовательных школах города. Вообще мероприятие общероссийское, у нас все школы активно в мероприятии участвуют и во всех школах города проводятся различные мероприятия. Поэтому во всех школах города Когалыма проводятся мероприятия, направленные на создание у детей увлеченности спортом, вовлечение их в какие-то социально одобряемые виды деятельности, в полезные мероприятия для того, чтобы уберечь детей от наркомании. Десятые А поделили на две команды, назвали их «Повидло» и «Метеор». Эстафеты несложные, такие бывают и на уроках физкультуры, так что все без исключения справились с заданиями. Важно, это спорт, продвижение спорта, это превыше всего. Ведем здоровый образ жизни, подаем хороший пример первым классам, вторым, начальной школе. Данное мероприятие помогает нам всем сплотиться, как бы, ну, весь класс. Это частичка наша. Я считаю, что спорт – это как бы, ну, определенная часть деятельности, которая необходима для организма. Потому что если не будет физических нагрузок, ну, начнутся проблемы со здоровьем. Но опять же, нельзя переусердствовать. По завершению стартов командам вручили благодарственные письма от полиции, а всем участникам – пригласительные на фильм «Дорога на Берлин», который демонстрируется в рамках кинофестиваля отечественного кино «Золотая лента». Сергей Ефимцев, Михаил Суханов. Специально для новостей.